Там были выявлены нарушения, значит, связанные с нарушением правил товарного соседства, то есть хранение сырья и готовой продукции, пересечение этих потоков. Были выявлены нарушения, связанные с обработкой посуды, нарушение правил обработки посуды. Выявлено отсутствие тех или иных нормативных документов, которые регламентируют технологические процессы в этих предприятиях. Нарушение условий хранения, в том числе скоропортящихся продуктов питания. И так далее, и так далее, и так далее.